оказаться, так сказать, банальной. Искусство в массы. Искусство в массы. И не банальное, с другой стороны, абсолютно не банальное. Вся музыка написана? Да, мною и Артёмом Третьяковым. И есть один аранжированный романс Цезаря Кьюи на стихи Пушкина. Его аранжировал Артём Третьяков. Записаться в Нью-Йорке. На улице Стейнвейской. Да, на улице Стейнвейской. И там очень хороший рояль, такой 9 футов, да, здоровый. Да. И его арендует Карнеги Холл. Вот про который я вам сказала. Исторически. Дело в том, что в Америке очень много небольших студий, таких домашних. Mm-hmm. То есть, когда частная студия, человек там живет, сам же он записывает, и у него все подряд записываются. И, то есть, это совершенно нормальная история. На следующий день писался Кристиан Макбрайт с Крисом Поттом. Да, хорошо, что мы узнали это после. Все подряд. По времени это 2 дня заняло. Один день мы записали все, на следующий день свели. Ну и все дела. Oh, to the world, yeah, to the world.